друзья, всем привет, Александр Шевченко. Саша, ну прям вот только что матч закончился, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Ты молодец, эмоционально. Расскажи, как внутри было. Эмоционально сложно, потому что, во-первых, корт нереально быстрый, тренировочные корты намного сильно отличаются, чем от игровых. Тут намного мяч соскальзывает в тебя, и он подавал вторые подачи в линии, мне было сложно. Первый сет я превосходно принимал, а второй сет был тяжкий из-за того, что знал, что не будет так легко, как в первом. И потом он сохранил пару брейкпоинтов, но рад, что так получилось выиграть тайбрейк. Слушай, обводки обалденные абсолютно. Спасибо. Во втором сете. А быстро адаптировался к тому, что соперник как часто к сетке выходит и прям рваный ритм? Нет, на самом деле уже в матче осталось мало игроков, кто так в такой теннис играет на самом деле. И адаптироваться пришлось матчи, но на самом деле, да, вводил очень хорошо, где-то просто немного был зажат в плане того, что не хотел сильно бить, потому что знал, что он будет в задней линии ошибаться, и на самом деле это не так хорошо было, нужно было немного поувереннее играть, но как случилось, так случилось. Расскажи, пожалуйста, про команду, мы за тебя переживали, очень хотели, чтобы у тебя был тренер уже постоянный, кто будет с тобой ездить. С кем ты сейчас работаешь, как нашли друг друга? Сейчас работаю с Йоки Нистромом, он бывшая шестая ракетка мира, то есть, да, супер, как тренер, мне очень нравится, с ним у нас прекрасные отношения и вне корта, так что супер, вообще нечего даже, кроме сказать, как хорошего только. А ты сам понимаешь, что какой стиль работы с тренера тебе ближе? Ты за old school, потому что все-таки ты с Брезником много работал, либо вот это Вась-Вась, кореша, чтобы возраст был поближе? Нет, я наоборот за old school, когда надо тренироваться по 4 часа в день и очень интенсивно, как можно больше мячей бить. Я вот за это, и с Йоки мы сейчас это и делаем. И я немного сейчас в полной фокусе на теннисе, так что все супер. Саня, оденься, пожалуйста, холодно уже. Очень холодно. Спасибо. Отпускаем вам. Отпускаем тебя. Спасибо пока. Спасибо огромное.